имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Люди с этим именем часто пополняют ряды разного рода агитаторов, экстремистов и революционеров. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Человек с буквой «Ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Владельцы этого имени в основном практики и трезвые реалисты, испытывают откровенную неприязнь к людям импульсивным, несдержанным и неорганизованным. Этому имени символизирует планета Уран. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.